Полезный и вкусный завтрак для взрослых и детей. Гречка с бананом. Сварите молочную кашу с добавлением банана. Получится питательное и витаминное блюдо. Гречневая каша с добавлением банана получается более ароматной. Сварите гречку на молоке. Добавьте специи, банан и сливочное масло. Каша получается питательной и очень вкусной. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Гречку промойте, слейте воду через сито. Вскипятите молоко, всыпьте сахар и соль, размешайте. Всыпьте гречневую крупу в кипящее молоко. Жду ваших лайков и комментариев. Варите кашу 20 минут до мягкости гречки. Добавьте почищенный и нарезанный средними кружками банан. Добавьте сливочное масло. Кашу перемешайте и томите на медленном огне 2-3 минуты, затем прикройте крышкой и дайте настояться 10 минут, гречка набухнет. Готовую кашу с бананом сразу подавайте к столу, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Гречка, 150 грамм, молоко, 250 грамм, бананы, 1 штука, сливочное масло, 1-1,5 столовые ложки, сахар, 1-1,5 столовые ложки, соль, 1 щепотка, количество порций, 2. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся!